Третьеклассница Таисия Курносова готовит произведение к конкурсу. Уже сейчас может сыграть композицию без нот. На новом музыкальном инструменте делать это удобнее и приятнее, говорит девочка. Все разучивается быстрее. В будущем Таисия хочет освоить и другие музыкальные инструменты, но пока в приоритете фортепиано. Как по мне, это самый такой классический красивый инструмент. Когда ты им владеешь, можно потом потихоньку научиться другими инструментами, потому что, например, когда играешь на той же самой гитаре, идет потом с 4 класса дополнительно фортепиано обязательно. Поэтому вот я выбрала фортепиано, мне нравится. На средства национального проекта «Культура» детская школа искусств номер 8 основательно обновила и базу музыкальных инструментов, и учебную литературу. Появились новые саксофоны, клавишные гусли и фортепиано. Удалось оборудовать и компьютерный класс. На устройствах установили интерактивные электронные пособия. Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы академическое искусство сделать для ребят еще более интересным и привлекательным. За 4 года в рамках нацпроекта «Культура» самарские школы искусств получили в свое распоряжение более 330 новых музыкальных инструментов, почти 5000 экземпляров новой учебно-методической литературы, свыше 1000 единиц различного оборудования, от кресел в учебные классы до современных компьютеров. Благодаря такой масштабной поддержке воспитанники и выпускники школ нередко становятся участниками крупных музыкальных конкурсов и фестивалей. Я бы могла сказать о результате работы, совместной работы с нашими коллегами и музыкальными школами даже на примере конкурса Кабалевского. Участвуют 14 наших воспитанников и даже выпускники наших музыкальных школ. Это и говорит о том, что вся работа, которую мы проводим по национальному проекту «Культура», она дает свои результаты. Поддерживать самарские школы искусств будут и в дальнейшем, чтобы в первую очередь дать шанс большему количеству юных талантов проявить себя на сцене. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, Константин Головин. События.